Всем добрый день! Я сегодня пришла поболтать и рассказать вам, показать вам свой вот такой вот чудесный детский альбомчик, который я делала после нашей поездки в Лондон для своего ребенка. Здесь очень много всяких разных раскладушек, открывашек, секретиков, ну, в общем, сейчас все буду подробно показывать. Вот, решила... Давно вообще уже хочу показать все свои альбомы, которые я сделала, но все время не хватает, руки не доходят. В общем, сегодня показываю и сразу говорю, что у нас будет мастер-класс по такому же альбому, немножко с другой бумагой, немножко с другой тканюшкой, но суть будет именно такая, поэтому вот хочу подробно показать, какие здесь кармашки и секретики есть. Начинаем здесь. Обложка у меня здесь надпись с Глосси. Сейчас немножечко по-другому стала делать, уже не полностью глосси, а пользуюсь пудрой для эмбоссинга прозрачной, которая дает очень быстро вот такой эффект. Не нужно будет ждать, пока высохнет. И сразу же вот объем придает любой надписи. Но это все вот в процессе сейчас все вроде бы и мальчуковый, но в то же время я думаю, что цветовую гамму я как-то всю соблюла здесь. Ну вот, ладно, приступим. Много всего. Первую страницу открываем. Здесь у нас вот такой яркий разворот. Почему были в музее Мадам Тюссо, и, соответственно, все фотографии, абсолютно все, тут, по-моему, больше 40 штук у меня именно оттуда. То есть он такой тематический. На мастер-классе мы сделаем альбом такой яркий летний, и тоже фотографии вы можете добавлять сюда вот именно такие вот сочные летние. Значит, здесь у нас крывашечки. Во-первых, все открывается, и вот у нас много-много всяких разных знаменитостей, с которыми мой ребенок с удовольствием был впечатлен. Вот. Видите? То есть не прошел ни одну фигуру. Звездочки, ну, все как-то вот в американском стиле. Люблю, обожаю этот альбом. Так, здесь у нас на прозрачный вот такой вот аппарат, все это я вырезала на плоттере. На мастер-классе у меня тоже будут уже заготовки для нашего альбома вырезаны, а вот, может быть, не только такие, но и даже поинтереснее что-то. В общем, время прошло, поэтому много всего другого появилось. Вот, здесь, значит, ну, соответственно, да, все знаем, с кем здесь у нас фотография. Ну, а это уж, ну, просто по истории. Соответственно, все странички я делала такие тематические. Ну, сейчас там будет понятно, где-то музыкальное, где-то, значит, политическое, где-то историческое. В общем, все вот как-то так. Здесь, наверное, больше история. Это у нас открывается. Вот, и здесь вот, вот так. Причем у нас он немножко не дописан. Мы хотели еще с Максимом здесь дописать прямо под каждой фотографией с кем и что. Но это его задача, поэтому я все еще жду, пока он мне все это запишет и подпишет. Вот, ну, я думаю, что здесь все узнаваем. Так, следующий отворот у нас получается. Но здесь у нас спорт. Здесь у нас спорт. Ребенок у меня такой фотогеничный, активный. Нафотографировался все как нужно. Вот такую же раскладушку мы тоже будем делать на мастер-классе. Ну, в общем-то, много всего того, что здесь есть, мы повторим. Хочется, чтобы он был такой вот яркий, динамичный. И здесь вот у нас видите, спорт, спорт, спорт. Писать можно будет много всего. Вот на завязочках, с завязочками поработаем, с анкерами поработаем. Постоянно разные кармашки. Вот видите, у меня здесь, например, кармашки в отдельном вставлен, куда мы можем там, при желании наши какие-то записочки поставить, или там билетики, или что-то такое, марамбу какую-то. То же самое. А здесь тоже, соответственно, у нас вот куда-то спортивное. Вот здесь вот кармашек тоже. Здесь тоже. Везде-везде все открывается. В общем, он такой яркий. Каждый раз смотрю, каждый раз кипает, скажу. Сейчас. Так, это у нас музыка пошла, музыкальная. Ох, здесь тоже много всего получилось. Так, это вот так мы здесь открываем. Здесь у нас открывается так. Здесь у нас еще кармашек там какой-то. Здесь у нас на завязочках все развязывается. Ну, в общем, такое много помещается для фотографии. Так, здесь даже нет, здесь у меня гармошка. Здесь еще можно фотографии вставить вот тут, тематически. Все это аккуратно.
Так, здесь у меня вот такой тоже вырезанный набор с двух сторон. Мальчишка такой с гитарой. Он такой в тему подбирал. А эта страничка у нас супергерои, потому что там есть целый отдел с супергероями. Конечно, им пройти было невозможно, тем более, что все фильмы просмотрены, мультики тоже. И вся вот эта вот история марвеловская, она у нас вся как бы в детстве. Так, ну что, вот у нас, значит, здесь у нас уже пошло Голливуд, киногерои, актеры, в общем, здесь небольшая раскладочка. Ребенок у меня в этом музее на самом деле отрывался по полной программе. Совсем не с кем хотел он сфотографироваться. По-моему, не было вообще ни одной фигуры, с которой бы он не сфотографировался. И здесь у нас тоже прозрачная, как бы, да, суперстар, мы как написали, конечно, суперстар. Ну вот, здесь с этой стороны я вот так оформила. Здесь у нас значит, с Джеки Чаном фотографии. Ну, в общем-то, там много всего интересного в этом музее. Советую, если кто-то соберется, их это обязательно сходить. Детям точно понравится. Здесь у меня вот так все открывается. Ну, тоже для украшения, или вот я просто для того, чтобы вот все вместе собирать. Ну вот, в общем-то, такое он как-то и все. Вот, и наконец, здесь добавляется все в ленту. Вот еще что-то поставим. Страничка все-таки огромная. Ну что ли? Такое, думаю, вам нравится. Детский такой хочет будет очень актуально. На мастер-классе у нас будет немножко другая бумага. Сейчас я помню. Здесь вот шикарные наборы, которые дойдут для нашего яркого такого альбома. Здесь у меня вот такие вот наборчики, которые тоже подойдут для вот этих вот украшалок, которые вот внутри там вот. Соответственно, много всего еще, что я сейчас не смогла показать чуть попозже. А, вот ленточки там разные, да, вот у меня яркая, например, канюшка такая вот, да, для летнего. Вот. И вот там альбомчик еще есть, не буду пока вам показывать, очень выглядит, например, так, будет у нас вот такой вот тоже яркий. С завязочками, с бусинками, в общем, для детишек то, что будет нужно. Мы делаем кучу вот сейчас подушек, туда тоже. Но вам всем понравится. Вот, все вроде показала, вернее, не все, конечно, много чего есть еще показать, но, наверное, уже не сегодня. Вот. Спасибо большое, если вы посмотрели, послушали. Я поболтала, но мне очень хотелось показать этот альбомчик именно в таком варианте. Фотографии, конечно, будут. Можно будет рассмотреть. Фотографии яркого альбома тоже будут. Можно будет рассмотреть. Ну вот, пока вот. Вот так. Спасибо большое.